Всем здравствуйте, дорогие зрители! У нас в городе, в Мирнограде, на Светлом 6 открывается 1 мая салон красоты ДА. И мы вас запрошуем в гости! Светло, уютно, вкусно пахнет. Так, вот такой вот салончик. Здесь будут работать маникюр и парикмахер, кератин, ботокс, филлеры для волос. Вы, девочки, все можете для себя сделать. Так что приходите, пожалуйста. Будет маникюр, здесь да, девочки? Будет маникюр. О безопасности наших клиентов мы заботимся. Мы сегодня забрали рекомендованный Министерством здравоохранения сухожарчик. Там уже сухожарятся инструменты, которыми будем делать маникюр нашим клиентам. Девочка, мастер уже обрабатывает, да? Да. На него есть вот такие вот сертификаты, выданные Министерством здравоохранения Украины. Работает сертифицированный мастер по реконструкции волос, который учился и в городе Киеве, и онлайн. В нашем салоне можно сделать профессиональное окрашивание волос. У нас профессиональные оксигенты 6%, 9%, а это для оксиген для тонирования 1.5%. У нас есть профессиональная пудра для волос, мастер люкс. А что она делает? Шатуш, амбре, милирование. То есть осветляем волосики. Можно с черного, да, выходить? Можно, с черного можно выходить, но... кислотная смывочка. Угу. Вот такая вот. Есть две пачечки в наличии. Засип для выдаления фарбы из волосся. Без аммиаку и осветляющих компонентов. То есть она полностью из ваших волос смывает всю краску, которую вы красились огромное количество времени. Это про меня. Это я. В нашем ассортименте есть филлер для волос. Это великолепная процедура для восстановления ваших волос. Делается она примерно около получаса, прогревается теплым феном и потом смывается водичкой. Волосы после него очень ухоженные, мягенькие и очень струящиеся. Также в наличии есть масочка для волос, которой мы будем пользоваться для наших клиентов. Масочки, вот две штучки, корейские, Ладор. Также будем пользоваться для наших клиентов вот такой вот зеркальной водой. Кто уже с ней знаком, тот знает, что это просто великолепная вещь для вас, для ваших волос. За 9 секунд она из ваших неухоженных и очень попаленных белой краской волос сделает просто великолепную шевелюру. Также есть в наличии, будем пользоваться для наших клиентов, вот такими вот бальзамами тоже от Масил. Вот этот бальзамчик с блесточками, то есть еще и волосы ваши блестеть. Можно будут на любой цвет волос? На любой абсолютно цвет волос. И он мерцание дает? Мерцание дает и дает такой очень незаметный, но на солнышке видно блеск. Есть вот такая вот сыворотка, это тоже корейская Керасис, и
Вот это моя любовь на всю мою жизнь. У меня тоже такие просто есть. Любимые капсулы. Да, у меня тоже любимые такие капсулы есть. Наши с Наталочкой. Если вам понравится наш уход, который мы будем пользоваться, вы можете под заказ приобрести такие же самые масочки, такие же самые бальзамчики, филлеры. В общем, всю продукцию, которой всю продукцию, вы пользуетесь. Да, которой мы пользуемся, которая уже проверена. Я всегда проверяю обязательно на себе. Сначала на себе. Мы да. всегда так проверяем на сначала себе. Сначала на себе, а потом советуем уже клиентам, зрителям. Зрителям, девочкам. Да. Так, уютненько, чистенько, очень все хорошо. Мы делали все с душой. Мы хотели, чтобы нашим моечка, да, голову помыть. Комфортно, да. В этой моечке будем мыть волосики красивые наших клиентов. Тепленько у вас так хорошо. У нас автономное отопление, у нас теплые батарейки я включила, потому что подмерзло что-то. Ничего, оно тепленько, хорошо. Так, а что это у вас такое? Полотенце? Это одноразовые полотенца 40 на 70 для индивидуального использования для каждого клиента. То есть мы не стираем полотенца, да, мы повытирали каждому клиенту волосики его мокрые. И утилизировали. И утилизировали, да. Чудесно, очень даже хорошо. Да, где тут стирал, не стирал кто. Да. Отлично. Все каждому индивидуально. Переведите нам, что здесь написано. Жизнь не идеальна, но твои ногти могут быть. Естественно, конечно, идеальными. Конечно. У нас очень хороший мастер маникюра, который работает уже не первый год. Она работала в свое время в Польше, теперь вернулась домой. И она очень красивый маникюр делает. Да, девочки, красивый маникюр. Мастеров найти очень тяжело, чтобы сделали красивый маникюр. Так что приходите в салон наши девочки Смирнограда, потому что много девчонок поуезжало за границу за пару дней до открытия. Так что, когда будет открытие, конечно, девочка уже выставит все свои лаки, да, гель-лаки. Да, все да. будет стоять здесь. У нас можно сделать маникюр без покрытия, маникюр укрепления, наращивание, френч гель-лаком. И простые дизайны у нас абсолютно бесплатно для наших клиентов. Если вы хотите какие-то сложные дизайны, нужно заранее предупреждать, тогда мы для вас будем выделять немножечко больше времени. Отлично. Вот потом очередь, если вдруг пришли раньше. Да, наш администратор Екатерина будет предлагать вам чай, кофе, все услуги. Чтобы вы комфортно чувствовали себя в нашем салоне. Отлично, молодцы, девочки, молодцы. Так что будем приходить к вам делать красоту, маникюр. А педикюр не будет у вас? Нет? Педикюр будет, скорее всего, к середине мая. Хорошо, да, педикюр девочка. Надо, да, обязательно. Да. Туалет у вас тут, да? Да, конечно, обязательно. Ага, красивенько, все чистенько, аккуратненько, хорошо. Здесь можно оставить свою одежду, весна, осень, сумочки, зима. Сумочки. Сумочки курточки, свои оставить. Курточки, пальто. Да, хорошо. Молодцы. Это у вас тут какие-то конфетки? 1 мая в открытие нашего салона каждому нашему клиенту будет выдаваться очень приятный подарочек. Кому что попадется. Так что, девочки, приходите. Видите, у вас тут подарочки ждут. То, что выиграет. Интересно. Молодцы. Вот вам номер телефона. Можете сразу заранее записываться на маникюр, на стрижку, на покраску. Журнальчик такой. Да, это журнал у нас «Стерилизация инструментов». Запись клиентов и будете журнал стерилизации. Когда... Да, наш мастер маникюра будет заниматься этим журнальчиком. Угу. То есть для наших девочек у нас все стерильно. Так что, девочки, приходите, не переживайте. Ну, правильно, это очень важно, чтобы ничего не занесли, никакую инфекцию, ничего. Так что, дорогие зрители, добро пожаловать в салон красоты ДА. Приходите, девочки, маникюр делать, волосики, кератинчик, кто любит делать. Приходите. У вас потом прайсы, да, тут все будет, да? Да, конечно, прайсы все будут, как только... Мы же заранее будет... снимаем, да, так да, что подготавливаемся. Будет прайс, в ближайшее время выставлен. Оставишь мне ссылочку, я оставлю конечно, под видео ссылочку на этот, на Инстаграм, вы там посмотрите тоже. Так что всем добро пожаловать.